Взрыв. Олег, смотри, что такое туризма, брать на трамплинных картах. Давай. Вот смотри. Да, туризма говнище. Она низкая слишком. Просто едешь прямо и улетаешь. Insane Rims, гоночки! Всем привет, дорогие друзья, с вами Кофи Филиппина Такс. И мы играем в гоночки. Сука, играем мы в гоночки, да. Ребятки, привет, господи, Хэллоуин на дворе. Да, 31 октября. На дворе слякоть, растаявший снег. Ой, ножки сейчас могут взорваться. Так, аккуратнее надо, аккуратнее. Чувака в пищу Влада выкинули. Да, ты куда? Да, Алик, аккуратнее. Я видел, Алик, аккуратно. Какой еще Алик? Алик. Алики какие-то. Алик, это алкаш. Ой, красавцы. Ой, я даже слетел. Я прям дырочку. Отлично. Ого! Дырочку, Олег, дырочку. Ну, правда, неудачно, понимаете, это приземлился. Это Олег мастер по дырочкам, да. Да, это но как... с приземлением мне надо постараться. Чё, я последний? Ну, блин, а? А вроде бы вот всё хорошо начиналось, да. Так. Опа. Кофи Вайт! Шо ты меня воздушную подушку взял, раздрифтил меня. Я старался. Ну что, ещё можно... Ну, ещё дырочки мне в Зенторно он сделал на этом. Итог каков? Олег молодец, Лёха проигрывает. О! О, главное, что Лёша погнал, как говорится. Ой. Здесь какая-то непонятная немножко гонка. То туда, то туда. Я тут запутался, реально, то сюды, то туды. Чем-то хватало вот второй напоминает. Я вылетел! Нет! Когда Олег покидает зону действия, дырочки становится плохо. Нет, я в смысле вылетел не из игры, а в смысле вылетел с трассы. Ты что сделал, блин? Привет. Здорово, только я как бы. А я на первом месте, кстати, ничего, да? Вот ты бомж. Ну вот ничего, да. Прилетел еще на меня. И так на последнем. Еще что-то тут. С мягкой посадкой. Автоподставу тут устраивает, нахуй. Вообще нечестно. Я когда выбирал машину, я хотел еще другую машину взять, но моей машины любимой не было там. Моей машинки не было, так что вам повезло. Пипику увезли. Ну что, переворачивайся, ты. Кусок говна. Ты, собачье дерьмо, переворачивай. А, вот все. Дерьмо, кусок говна, ты я куда? Прилетаю, ну, вот... я улетаю, а писеват играет. Я, а я, по-моему, два круга поставил, так что... Есть возможность отыграться, да? Есть. О, два бомжа. Да, сейчас отыграемся, сейчас отыграемся. А вы на каких машинах? Я на Зенторно, старый с дырочками. Старый Адр. Адр у тебя случаем не желтого цвета? Таки да. Ой, здравствуйте. Блин. Тебе просто помогла на вода. Что ты, на что ты надеялся, а? Любое оправдание. Да тебе просто помогло. Да тебе просто подтолкнуло. У тебя просто вода. Пинг большой. Это просто мастерство. Да. Ну, у Олега точно есть мастерство дырочек, как бы. Я не знаю, какое у меня мастерство, поэтому... Я могу что сказать, ты этот повелитель дырочек, знаешь, это как там... Анг, легенда о Анге, или как там, помните, повелитель стихи, типа. Легенда о Анге? Легенда... Аватар. Легенда о дырочке. Дырочковый аватар. Есть шесть стихий. Земля, вода, сука, не знаю, ягуар и дырочки. Кстати, Лёха, ты по ягуару, кстати, это, да, у нас. Ты по ягуару. Ну, стихия целая. Ты чё, ты выпьешь там такое вообще, начинается? Куда я еду? Когда Олег выигрывает дырочку, попадает. Знаешь, что начинается? Когда, кстати, Олег умирает, он попадает в дырочку. Кстати, последняя гонка вот в этом пылисте. Он попадает в ноту. Короче, последняя гонка в этом пылисте, там столько дырок будет. Так что вот я это, говорю, это что я... Ты специально подпирал, да? Да. Я смотрю на картинку, ого, и сразу добавил. Вот кто не поленится, посчитайте, вот и в комменты напишите, сколько раз мы вот за вот все время от начала серии сказали слово «дырочки». Это как «Соус Парк» же все смотрели, да? Там была серия, там где, по-моему, за вот одну серию было произнесено слово «говно», по-моему, 160 с чем-то раз. А, да, знаю. Думаю, знаю, что знаю. Мы сегодня побьем рекорд, поэтому я говорю слово «дырочка». «Дырочка». Давайте просто всю серию просто «дырочка». Да, «дырочка», 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 «дырочка». Ого, «дырочка». Вот мы идем, дырочка. Дырочка, нет, дырочка, чувак! Я перевернулся, обкатился, потрясался, обновился. Ну ты такой дырочкин просто, капец, дырочки. Уже финишировали! Я вообще последний еду, ну как? Я был вторым, твою. А какой ты в итоге? Третий. Блин, а я четвертый, я буквально еще немножко не дожал, мог бы себя перегнать. Там такой фейл несусветный. Кстати, да. Дырочка. А я на себя 10 тысяч поставил. И вы знаете, походу, я даже не финиширую. Используй свою силу, дырочки, давай, Лёх.
Ой, Лёха, Олег. Я смотрю за Олегом. Ого, он какие-то мутит. Четыре. Показывает скилл. Три, два, один, один. Да! Ну! Успел? Успел. Да! Я четвертый, это нормально. Успел, шестой, отлично. Excuse me, jumps! Excuse me. Эксклюзивные прыжки для меня. Для Олега дырочки, на. Да, да, да. Потому я на розовой машине. Я не буду говорить, на какого цвета я машине. Ты уже сказал. Стильная машина. Хотя их две, так что... А, да, да. Я, наверное, и ты справа от меня. О, спасибо, кто-то подтолкнул. Слушайте, так у вас сегодня просто какая-то... Вафи, пошел нахрен. Знаешь, 2007 прям не за горами, вот прям чую. Да-да-да, черный не хватает, черный не хватает. О, у меня пролагало. У меня тоже все подвисло. А, я просто завернулся, можете не оправдываться. Завернулся? Я должен выиграть это. О, тут прям, смотрите, первый трамплин. И прям, ого, прям в дырочку, прям в дырочку. Я пролетел! Какое счастье Олега, да? Какое счастье просто быть, сука, с дырочкой. И вот прям вот вылетать, и вот тут застревать. Ну зашибись просто. Там просто, я так классно прилетел. Стой, сука. Нет. Ой, Филиппин, что-то меня толкает сегодня весь день. Что-то, знаете, как я думал, что эта машина быстрая, она не... Не тебе, не мне, да как? Так, а ребят, а вы знаете, что я поставил на себя 10 тысяч? Так что если я выиграю, я походу загребу. Так, подожди, я почешу свою подмышку и скажу, что на ней выиграешь. Ты все не выиграешь. У меня раньше как в летсплее было, я успел яичко почесать во время прыжка. А что такое? Это особое умение, как бы, если что. Это особое умение, реально. Я на крыше застрял! Вы идиоты, что ли? Я не застрял. Могу понять, как заезжать на эту рампу, которая изи. Сворачивает каким-то изи-бризи метро. Шмык-шмык. Блин, у меня вся машина раздрола, блин. Да. Нет, там чувак на первой позиции уже. Я не буду первым. Я третий, Макс, ты какой? Я четвертый, все, я еду за вами. Я видел тебя сзади. Моя машина не такая быстрая, ну блин, а я... Лоханулся. Думал, Банша, а поскольку Банша... Не, Банша, кстати, на самом деле, быстрая машина. GTA 3 была. Я решил ее взять. Ну, ей надо прокачать, чтобы она была быстрой. Ну, я вообще купил новые тачки благодаря прокачке. И как бы сейчас гоняю, знаешь, на всем и на том. По Житомиру гоняю. Да, на своей 14. И Олеге, и Таксюше. С дорогу уступают и кают. А, это вы там вдвоем там сзади есть? Зашибись. Не а шанс. Это кто подрезал? Это ты говно! Это ты говно! Знаете, мне кажется, надо бы убрать суперкары. Хотя... Не-н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 е-
вопрос. Да. Почему Леша разрывается? Потому что он... Зачем она вообще нужна была? Когда... Ну, зачем? Я хотел... Создатели карты, вот вам, к вам просто просьба через букву Z. Да, ты еще не забудь, что это пиндосы создавали карту, поэтому говори. Ну вот у нас бомбило, как? Попрыгать они хотели, сука. Как я не пролетел в дырочку? Это же дырочка, ты что, Олег? Я не пролетел в нее. Смех, грех таким быть. Еще раз не пролетел! Леша! А, или это не... Леша? А, это не ты был. Шлюша. Это не ты был, это там кто-то другой. А дырочка с превьюшки. Ну блин, ты понимаешь, я последний, потому что я не попал в нее. Нет, не ты последний, я в дырочку уже не влетаю. А вот сейчас я пролетел просто. Ну блин, я пролетел. Что за такое взорвался? О господи, ну я был вторым. Ну как? Что батьку-то включил? Куда ты там прешь, сука? Ой, кстати, черный с розовым 2007. Я включаю силу картошки. Так, отлично. Ну знаешь, сила картошки, на картошках аккумуляторы можно сделать. Я Бевер первый! Что? Сука! Как? Это сила за той дырочки, она меня спасла. Священный грааль. Так, главное мне теперь держаться именно только на этой позиции. Надо стучаться людям в двери и говорить, а у вас не найдется минутки поговорить о дырочке? Да. Они, да вон тут пробоина, как иди за что. Не-не-не, дырочка, которая. Я не знаю даже какая дырочка, как. А как бы дырочки постоянно. Может счетчик дырочек реально в ролик вставить. Счетчик дырочек. Дырочка. Поехало, пошло, да? Стой, стой. Нет, пищевод, пищ. Нет, даже не думай. А люди-то сейчас смотрят ролики, считают, сколько мы рассказали дырочка слова, да? И потом они. Победитель получит дырочку Олега. Что? Что?
По-моему, это звучит слишком это, да? Нет, фирменную золотую такую, вы не знаете, подумали. А, как у унитаз такая, знаешь, как кнопка от Ютуба. Только это дырочка. Да. Она, скорее всего, будет из дермантина или... Ты знаешь, что дырочка — это нечто нематериальное, потому что, блин, это как, знаешь, вот дырочка в бублике, да? Как ты эту дырочку увидишь без бублика? А вот там-то и дело, что не выиграет ничего, человек. Дырочка, ты не понял тонкого намека. Сколько еще там гонка длиться будет? Нет! Нет! Вот, все, отлично. Давай, сюда. Мешки с картошкой вон этот разгребаешь. А что, батька, батька, это картошку. Или это с мусором, я не знаю, с чем. Ну я треть еще. Ай, ребят, здесь конечно, такой финиш замудрённый. Здесь надо на крышу попасть как-то, я не знаю как. Надо... Ого. Нет! Круто! Нет! Я Максим, нет! Даже... Ну Максим! Ай-яй-яй, бичара! Кто ты? Кто даже... Вот, давай, я просто поставил все, что у меня было, последние мои деньги поставил. Еще и... Ой! Что у меня было? Че, под кнопки! Так, я вообще сюда попал. На первом месте сейчас. Кишка тонка, у вас батяня. Не пойдете вы. Батяня, батяня, комбат, тут что все забрано. Да! Что ты там, Олег, сейчас делаешь? Такой вот дырочку пролез. Что ты вот так озвучиваешь? Тебе можно только немецкое порно так озвучивать. Не только. Я первый. 10 тысяч поднял, да, наверное? Олег, ты же что, не знаешь, как правильно кричать «я первый»? Broken Jumper, 0.09, OF 25. Заметь, ни одного названия мы нормально не прочитали. Кстати, да. В этом ты и фича как бы. My broken Bulgarian language. Что? My English so good. So good, что? AFC. My broken Bulgarian language so good. Вот давай, вот любая блядская гонка начинается с того, что какой-нибудь пит... меня сносит. Да, я как всегда занимаю первую позицию. Ого! Кого? Чего? А, GTA гонка еще. Кого? Чего? Кого? Как? Бомж, что ты подкопил? Офигеть, как его взорвал! Я просто назад на шару так, знаешь, просто пальнул, а он там подлетел как-то и под ракету. Я в тебя два раза почти вот таких прицельных этих делал, выстрелов. Прицельных. Я доехать-то нормально. По-человечески не могу! Не повезло, значит. А где будик там, джампс? Я чуть не понимаю, пока мы гоняем, просто тупо по шоссе. Ого! Я писю, Влада взорвал, что-то он у нас сегодня козел отпущения. Нет! Нет! Ой, припарк... Ой, я ну тоже. Зачем на не на 4 колеса-то это приземляться? Я ну, вот тоже приземлился и улетел в канаву. Меня бомжи хочет убить очень сильно. Так, ты тоже пытайся так, убить так, его. Так, так, отличненько, о, отличненько. Вот тут уже будет, кстати, вот этот, как бы, подъем на эту... горку такую огромную. Засмотрелся я на бича. Каких ты бичей тут видишь? Где? Вот я напомню тебе сейчас, я чуть не вижу. Подожди, подожди, тут ответственный момент. Да я ты! Офигеть! Ребят, ну вот это вообще жесть. Охренеть. Я забрал его. О, твою мать! Вот это жесть! Во-во-во. Вы поднялись? Нет? Нет, я чуть правее пролетел, блин. Я знаю, что я буду делать. Что? Заезжайте и делать дырочки? Так я уже заехал. Это уже все в дырочке. Он, короче, тоже. летит, а я в него стреляю пулеметом. И то, что пули, они как да бы... Нет! Ну, ё-моё, я по стенке приехал, как Спайдермен, ничего так. Ну, блин, я не залетел на твои адрестанное там. Ну, вы не залетите, не переживайте. Я поспособствую этому, так сказать. А, ну хотя бы не пропускай, знаешь, это, сделать там какой-нибудь... Да ядрить твою налево, я что-то сегодня прям расслабился, ребят. Блин, так классно, слушайте. На что я надеялся вообще, летя туда без нитро? Лучше выпрыгнуть. Ой, кого-то еще и багнал даже. Так, не, надо. Пока есть такая возможность... Олег, давай, только никого не пропускай. Пожалуйста. Что тут делать-то? Френдли же, френдли. Ну я взял же почти, ну сука. А, это ты пролетел, да? Я хотел пострелять уже. Ой, не надо стрелять. Ой, ну пошел. Я пролечу сейчас с ракетами, и мы все взорвемся. Давай. Так, а я не понял. А, это мне показалось. Ты пропустил бичады, не взял. Нет, ты что, не за что. Фейс-контроллер, работай хорошо, чтобы вот как надо так. Какого, сука, хрена произошло? Здесь, конечно, не так удобно. Ну что, ну Лёша. А я видел. Некрасиво.
Не вообще красиво. Я не ты понимаю. Ты на чем сейчас? На такой же тачке, нет? Я на Адере, а ты берешь и меня убиваешь. Примерно. Как вы, как еще никто не смог долететь? Да потому что нитро никого у никого не. Да я вообще в рампу врезаюсь. Я вообще первый раз заехал и все. Ну потому что ты ухватил так сильно. Леша! Извини. Смешно писаться! Че он там? Он взлетает, я по нему стреляю. Блин. Он серьезно ничего не делает. Да никто не может победить. Блин, это нереально, это просто false all fucking unreal. Андрей, ну как говорится... Я сейчас это, короче, это... Вот, Олег, только не подведи, чтобы вот никто не выигрывал тогда, да? Переделай так. Да как? Он усёк, что я... А ты... Не-не-не, Лёх, так нельзя говорить. Да, кстати, я просто, знаешь, ты сказал, типа, я знаю, что я сейчас сделал. Я как бы знал, что ты хочешь меня убить, отомстить за то, что я тебе тогда не дал, типа, забраться сюда. Вот, поэтому я так и понял, что ты... Кстати, вот сейчас ты то же самое можешь делать. О, ёпта, ну чё не долетел? Ах, камон, чит. Это просто... Меня бурчит, урчит. И вот я реально не понимаю, ребят, как Олег мог залететь сюда? Ну, последняя пулька в меня прилетела пока. Так, вижу вас. Да все, опять. Нет, долет! Долет! Нет! Саша Эвелир не помог! О, чувак, прям на меня заехал! И ну, всё, да, я... убей! Вот это был... А кстати, да, я могу убить его. Бомж ворует все ски. А, он упал, но он чекпоинт забрал, поэтому я поехал. Ну, он просто на меня как бы влетел. Ой. I believe you can fly. Блин, опять не долетел. Эта гонка просто сущий ад, сущий ад. Я секунду не... Миллиметр не взял! Это so fucking epic fail. Это прыжок, конечно. Не, ребята, это так классно. А чувак, кстати, так же, Вися Ват, он там же стал вот на следующей крыше вот так вот и стоит и ждет, пока к нему тебе прилетят. Не бомбить, не бомби! Если чё, я джойстик просто так почесал, ой. Ой, там чувак ходит, на него чувак. Ой, реально, бомж в спортивках ходит в трениках, смотри. Где это такое? Там, около трамплина, короче. Дети тут спрятаны. Вот из-за того, что я вам там стоял, помогал, я уже второй. Капец. Лучше за бельчами наблюдать, чем это говно проходить, да? Да хидрить! Лучше реально ходить и наблюдать за бельчами. В общем, пацаны, ставьте классы. Квас, пишите хасвы и, короче, все, подписывайтесь, если вы это еще не сделали. А, с вами был Филиппин, Такс, Олег. Да вроде все знают, с кем мы. Ну да. Ссылочки в описании, адьос, амигос. Телочки в описании. Телочки в описании, что? Ква! Просто ква и законим зелье, ква! Ква!